И в будни, и в праздники необходимо быть здоровыми, но получается не всегда. Болеют и взрослые, и дети, особенно с наступлением холодов. И здесь незаменимы профилактические препараты. Витамины или вот такие сиропы «Укрепляйка», «Здоровейка» исключительно для детей. Людмила Чернышова осталась довольна тем, что приобрела здесь раньше, и сейчас решила купить то, что может укрепить иммунную систему. Не так давно я покупала препараты в народной аптеке. Именно для детей пользовалась прополисными, спреем прополисным и настойкой прополисной водной. Очень помогло от горла. Так как очень много инфекций в городе сейчас, хотелось бы еще что-нибудь приобрести в народной аптеке для поднятия иммунитета. Ну вот, как бы пришла посмотреть, что есть еще нового. В магазине «Здоровье» народная аптека значительно расширен ассортимент уникальных лечебных продуктов на основе высокоэффективного природного сырья. Линейка препаратов «Дан-Ю Павли» специалисты называют даже скорой помощью при всех видах боли, а еще как противовирусное и противовоспалительное средство. Препарат называется «Корень жизни». Это растение, который произрастает в некоторых районах Тибета, Алтая, обладает сильными восстановительными, регенерирующими свойствами, а также повышает иммунитет. Опять же, что необходимо, сейчас сезон простуд, повышение иммунитета. Большой популярностью в народной аптеке пользуется инновационный препарат «Сустарат». Бальзамы, мази. Их используют люди, имеющие проблемы опорно-двигательного аппарата. Противовоспалительное при разрушении хрящевой ткани, разрушении суставов по причине гормонального дисбаланса, то есть он такого двойного действия, сильного действия. И также снаружи мазь, конечно, при болях, ушибах, ревматических болях, боли спины, шейные хондрозы. Поступили в продажу и детские ортопедические стельки. Но в предпраздничные дни для поддержания женской красоты представлена прекрасная серия масел для лица и тела, и массажные, и подтягивающие. Индийские кремы, маски, шампуни, бальзамы, зубные пасты и ополаскиватели по-прежнему востребованы у сочинцев. Магазин «Народная аптека» расположен на торговой галерее напротив детского мира. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.